Протяженность этой улицы почти 400 метров. Местные жители уже давно прозвали ее Тверской Венецией. И все из-за огромных луж. Второй проезд Красина уже несколько лет заставляет жителей и случайных прохожих обращать на себя пристальное внимание. На моей памяти это лужи с 2006 года, так как я здесь живу с 2006. Так лужи выглядят сейчас, а вот эти снимки были сделаны несколькими днями ранее. Тут видно, как осадки в виде дождя внесли свои коррективы, объединив несколько луж в одну большую. Причины своих бед жители, а это порядка 60 семей, видят в отсутствии отвода ливневых вод и в плохом качестве дорог. Вода заставится между улицей Красиной и второй Грибоедовой. Здесь получается просто-напросто лунка. Анатолий Николаевич показывает свой двор. Без специальной обуви выйти на участок невозможно. Вода просачивается даже в подвалы, отсюда сырость и, соответственно, убытки. Иной раз не поддающиеся счету, жалуется пенсионер. И такие неудобства в каждом доме, а тут их около 40. Обращение в различные инстанции, по словам тверичей, не приносит положительного результата.